Реконструкцию проспекта Победы в микрорайоне Красная Горка обсудили на совещании с главой округа Владимиром Ружицким и представителями подрядной организации. Основные пожелания касались увеличения числа парковочных мест и зеленых насаждений. При планировании проекта реконструкции проспекта Победы учитывалось в первую очередь мнение жителей, проживающих в ближайших домах. На обсуждение в Люберецкой администрации были подняты вопросы о создании параллельной парковки, благодаря которой увеличится количество мест, а также освещенности территории и едином стилистическом облике. Помимо этого были учтены пожелания относительно озеленения проспекта. Вдоль него планируется высадить насаждения и небольшие зеленые островки, а на пересечении проспектов Победы и Гагарина появится арт-объект в виде звезды. Как отметил Владимир Ружицкий, арт-объект будет многофункциональным. Например, в зимнее время он станет символичным дополнением к новогодней атмосфере. Проект реконструкции подготовлен специалистами мастерской по благоустройству территории при исследовательском институте градостроительства Московской области. Реконструкция проспекта Победы в микрорайоне Красная Горка городского округа Люберцы запланирована на 2018 год. Мария Антонова, Никита Скороган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.